Мы, друзья, едем с Иваном, это наш новый админ в школе. Едем мы с ним из корейской бани. Он тут простудился, и я подумал, надо бы его отпарить там горяченьким. И вот мы пошли в корейскую баню, там пару часов побыли. И я хочу, чтобы он с вами поделился впечатлениями. Иван вообще только... Сколько вы в Америке-то уже? Неделю? Наверное, полторы. Полторы недели. Вот вы с пылу, с жару в корейскую баню. Как там вообще? Ну, мне очень понравилось. Нет, вы скажите, что конкретно? Люди ж так... Есть. Что ж такое? Ну, а подробности? Ну, название корейская баня, конечно. Но по факту так сильно она не отличается от нашей обычной. Ну, просто разнообразие есть. Первое, это есть сухая сауна. Так. И рядышком есть мокрая. Мокрая. Но мокрая необычная, не как у нас просто тупо подливают на камни воду. Так. А она прям парует сама, и пара так много. Ну, ну так какой-то автомат стоит. Да, порой. Да, да. Да. Мне это очень понравилось. Ну, по-корейски там не говорят. Там вообще корейцев чуть-чуть, одни русские практически. То есть, если бы не русские, погибла бы баня. Да, да. Корейцев как-то маловато. Но из нашей школы там народ, вот, который меня узнавали, много было? Много было. Я был в шоке. Вначале мы ехали в корейскую баню, а оказалось, по сути, баня русская. Это я еще голый был. Если бы я был одет, может быть, меня бы больше узнавали. Да, да, да. Так еще и да, еще и люди, которые знают. Да. В общем, я был удивлен. Это клуб. Корейская баня – это русский клуб. И если вы будете ходить, там, скажем, все время по четвергам, то вы там перезнакомитесь с людьми, которые ходят по четвергам. Да. А будете ходить по средам, там ребята есть, которые ходят по средам. Вот, так что... Общаются, приходят. Да, еще понравилось то, что есть холодный бассейн, а теплый достаточно... Сильно холодный, сильно горячий. Горячий, да. И просто... Джакузи. Да, и просто здоровенная такая джакузи, как хорошая такая. Еще зал для отдыха, такие козырные огромные кресла. Очень что можно... такое козырное кресло? Козырное? Ну, такое шикарное, жирное, можно лечь, так расслабиться, очень хорошо. Реклайнеры, так называемые, раскладывающиеся кресла, да. Ну да, телевизор. А мы полежали на каменной плите с подогревом снизу, под одеялком. Это чисто восточная банька, такая традиционная. Да, да. Мы там полежали на плите, я себе все отлежал, надо сказать. Потом с трудом с нее сползал с этой плиты, собирал свои косточки. Я еле встал. Ну, это, видно, полезно, я так думаю. Ну, что-то как-то маловато греет у нас. Маловато греет. Ну, так мы же не на батарею легли, а мы же одеялком прикрылись. Ну, это да. Вот. Мне очень понравилось. Сервис, все есть. Женщин там не пускают к мужикам. Не-не, зачем отвлекают только от мытья? Вот. Женщины отдельно там. Все голые. Никого нет в труселях там полотенца. В труселях? В труселях. В труселях. Не, ну если уже пришел в баню, ну да, надо товар парить. Лицом там что-то. Да. Но зато некоторые в войлочных шляпах. Ну это да. Так что стоит, у них, может быть, больше стоит, но сегодня у них какой-то дискаунт. Вообще $20. $20. Но вот да. Сегодня был дискаунт, сегодня было 17. То есть, видимо, у них, значит, 15% скидка сегодня. $17, и мы туда заходим, раздеваемся, каждому дают шкафчик с ключиком на пластмассовом таком ободке. Ободок надевается на руку, и ключик всегда при тебе. Там выдают бесплатно халатик, правильно? Да. Хороший такой, сколько хочешь полотенец, на любое место можно намотать. Ну, обычно его подстилаешь, вот садишься там на те лавки. На голову намотать. На голову, ну, кому на голову. Прикрыть одно место. Ну, да, нет, если голова лохматая, можно так. Вот, но люди, которые уже матерые такие, банщики, они уже в таких войлочных шляпах. Так они. Да, там это клуб такой, там обсуждают новости, политики, культуры, пиво. Поездки на родину, все, смешные истории, да. Это просто такое место, вот как, я не знаю, арт-кафе такое. Да, 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 да. Вот, в основном технологические ребята разных возрастов, правда, там люди были, да, и постарше меня, наверное, даже такие. Молодых много. Да, очень, ну, в основном молодые, конечно. Да. В основном молодые. Ну, такие не молодые, типа там 20 лет, а такие, да, лет, ну, 30-40. Да, вот таких очень много. Ну что же, мы сделали рекламу корейской бани, но мы чистенькие вышли, так, отпарились как следует или что? Или надо было еще побыть? Не-не, достаточно. Достаточно? Да. Достаточно. Ну, два часа мы там, ну, почти два часа. Ну, можно сколько хочешь сидеть. Можно сколько хочешь, если с утра прийти, хоть сутки. Если здоровья хватит. Ну да, там, попотеешь,
помоешься, первый пот сходит такой мутный, потом почище, а вот уже третий, четвертый, просто как, даже не знаю, чистый. Как, да, хрустальный ручей. Такой, да. В общем, вода там есть. Ну, сервис классный. Вода есть, весы. Значит, перед заходом встанешь на весы, значит, перед выходом встанешь на весы. Гели всякие, шампуни. Гели. Гель, да. Там можно побриться. Там лежат бритвы одноразовые. Можно сесть, там тазик можно взять, намылиться щеткой. И вот одноразовой бритовкой побриться. Да. Одноразовые зубные щетки. С пастой. Да. И шампунь такой, и кондиционер, там, и мыльце, и мочалки какие-то синтетические там дают. В общем, можно отмыть все, что есть. Все хорошо, ты время проводишь, как бы, на гигиену тратишь одновременно и общаешься. Культурно. Да. Единственное, что там нельзя приходить в своих шлепанцах. А ходить надо босиком. Поэтому, если кто-то там как бы сомневается там насчет грибка там, или еще чего-то, то может они как-то почешут репу. Вот. А так, в принципе, вот там запрещено. Там моют хлоркой, там как бы все по фирме. Вот такая у нас история. Вот. Иван пока скрыт от наших камер. Но мы слышим его голос. Хриплый и такой гэкающий. Вот, это явно человек с Майдана, то есть он, вы мне напоминаете вот эту, там, ехал Ваня на Урал, в Калифорнию попал, вот какой рассеянный зять Цили Моисеевны, значит, а вы ехали на Майдан, а попали в Калифорнию, да, вот, значит, какой рассеянный, надо дальше сочинить грамотно. В общем, все, ребята, счастливо. Ходите в баню, носите войлочную шляпу, потейте, пусть с вас сходят 7 потов, и для здоровья, чтобы. И вот не так, чтобы во вред, а только во благо. Аминь.